примыкание между балконами и стенами мы обрабатываем пенетроном. После чего на основной балкон наносим гидроизоляцию гипердесма. После полного высыхания наносим второй слой. Затем делаем разметку кафеля для подрезок. Для подрезок точной разрезки кафеля я применяю кало. В данном случае это упаковочный картон. Тем самым мы получаем точный размер, не испортив плитки. После чего мы производим укладку керамогранита.